машины народ гонит с Владивостока. Пищ вишный. Что-то километров 100 или 120 может без бензина ездить. Августа. Погода не радует. С 3 часов ночи. Вообще залито. Сейчас там по бампер нырял, ехал. Гостиница Азия. Вечер 2-го дня. Прогулка. Вечерняя по городу, судя по всему, старый район, окраина, как бы вблизи реки Зея. По картам показывают, где-то здесь Первомайский парк. Такой контраст от центра. Сейчас вообще какие-то дворы забрел, желание особо в субботу вечером вниз сходить. Гаражи, дома старые, дворы. Такое чувство, что попал в середину нулевых. Белки песенки поют, и орешки все грызут. Семечки не хочет, что-то там другое ест. Арка построена в честь цесаревича Николая, когда он приезжал по Амуру и разрушена большевиками. Вот
потом в 2003-2005 годах установлено. Триумфальная арка возведена в честь посещения города Благовещенска 4-5 июля 891 года наследником престола, будущим императором России Николаем II, царем Пики Святых. Арка была установлена на месте торжественной встречи генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского после подписания им в 1858 году Ягунского договора о возвращении России Приамурского края. Арка стала символом величия, гостеприимства и открытости России. Триумфальная арка установлена в 2005 году на пожертвование организации. Земля амурская была, есть и будет русской. Не обратил внимания.
близко. Все, прибыл домой.